привет! В этот раз мы покажем нашу новую скалку. Заказывала я ее, конечно, в первую очередь для ребят, чтобы им было интересно, еще более интересно помогать мне возиться на кухне. Им очень нравится, мы нередко делаем простое песочное печенье, и, в принципе, они уже справляются сами, поэтому, ну, конечно, да, скалочка в первую очередь для них. В подарок еще увидели вот такие формы, достаточно удобные, кстати, мы ими и работали этот раз. Скалка деревянная, была обернута в такую пленочку, никаких посторонних запахов не было, очень ровная, без зазубрин. Наш рисунок вот такой вот рождественский, новогодний, а вообще, конечно, у продавца достаточно много и других узоров. И что хочу отметить, очень удобный размер. Было удобно работать и мне, и детям. Да, вот так она свободно вращается, все легко, все хорошо. Узор, наверное, глубиной не более миллиметра, получается не слишком высокий. Вот так он выглядит на жирном тесте. Да, к сожалению, в этот раз у нас не получилось сделать такой же красивый узор, как на картинках продавца, потому что мы положили чуть больше масла для того, чтобы получить рассыпчатое тесто. В следующий раз мы просто сделаем печенье на желтках и убавим количество масла. Можно пользоваться как обычной скалкой и просто крайний раз пройтись уже посильнее по тесту, останется узор. Ну вот, к сожалению, на готовых печеньях узор не заметен, но в целом всем было очень интересно, весело, впрочем, как обычно. Ссылочку оставлю, однозначно могу рекомендовать. Все, всем пока!